Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с актрисами, актерами, их биографии и фотографии. Марта Жозефина Брандшмит, известная как Марта Брандес, французская актриса. Марта Брандес родилась 31 января 1862 года в 10 округе Парижа. Жюль Барби де Оревиль, французский писатель, который посвящает ей некоторые из своих стихотворений, помогает молодой актрисе начать карьеру. Она дебютировала в театре Водевиль, а затем стала светской львицей комедии «Францесс». Это было в 1896 году. Играла в театрах «Возрождение» и «Порт-Сен-Мартен». Я пользуюсь Википедией, данными, которые я нашел там. Данных не очень много. Играя великих любовниц или роковых женщин, она создала множество ролей для Александра Дюма сына, Жоржа де Порто-Рише и Поля Бурже. Сыграла Марту и Люсьена Гитри-Пьера в одноактной комедии с двумя персонажами «Хлеб насущных» Жюля Ренуара, премьера которой состоялась 16 марта 1898 года. Умерла 27 апреля 1630 в своем доме и была похоронена на кладбище Пасси. Вот так вкратце, данных не очень много о французской актрисе Марта Жозефина Брандшмит, известна как Марта Брандес. Пока-пока, до свидания. Смотрим фотографии.